Город-то не маленький. Орудий на грузовиках пока нет. Нет. Судьба никогда не спешит, брат. Бродяга, я косарь. Давайте транспорт. Бродяга, по оценке повреждений выводы сделать трудно. Однако в 3.00 авангард полковника Гаррисона занял мост Джаффи. Это дает возможность бродяге и косарю захватить вражеские здания, где можно получить стратегическую информацию. Ваша первая цель — жилой комплекс Ходжер, за каналом. Начнем штурм через минуту. Готовьтесь отойти. Вас понял. Косарь на связи. Идем к вам. Косарь, внимание всем позывным. Начинаем операцию. Повторяю, начинаем. Сэр, вас понял. Блэкберн, держи миномет. Живо! 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 Пошли, мать вашу, пошли! Ориентир — стена под эстакадой. Thank you.
Хорошо сработали в жилом комплексе. На этом задание 1-3 пойдет отдельно от бродяги с нами.
Прикрывать их фланговым огнем, понятно? Ага. Все в порядке? В порядке? Все целы? Бля, это же Т-90, а я все еще на ногах. Я не просто цел, мне охренительно повезло. Блэкберн! Блэкберн, ты как? Ты там как? Должен быть какой-то выход отсюда. Вперед! Слева идут!
подбит! Танк подбит! Ты молодец, Блэкберн! Надо зачистить здание! Понял! Открывается с полуостра! Атакую! Зайти. Садите меня! Я держу! Давай! Чисто! Еще один! Ножом! Давай! Thank you.
Так, ищем любые признаки присутствия Аль-Башира. Находим, пакуем. Парни, подвал ваш. Мы зачистим остальное. Понял. Блэкберн, быстрее. Монтес, дверь. На тросах. Окей. Тут шахта, метров на 20 вниз. Тихо, медленно, осторожно спускай веревку. Прямо миссия невыполнима. Блэк, давай. Натянутым трос держи. Ага. Разговоры, наверное. Блэкберн, готовься домой.